Добрый день, дорогие друзья! Как я и обещал, я вам буду проводить маленькие репортажи о тех местах, в которых я эту неделю буду бывать. Сейчас 7 часов утра. Мы в любимой мною гостинице «Машук», которая находится в Эммануэлевском парке около у подножья горы Машук. Ну, гора Машук, условно гора, конечно, они по геологическим своим признакам, эти горы совсем и не горы, но, тем не менее, вид у них прекрасный. Машук сегодня пока прячется за облаками. Его название переводится как «Трон Солнца». И действительно, если смотреть со стороны долины, вот там, где основные горы, Бештау и так далее, солнце как бы всходит из-за Машука. Но сегодня мы его на троне не увидели. Надеюсь, что мы дождемся и этого момента. Ну, очень хорошо, что нет дождя. Вчера мы приехали, был дождь. Но сегодня, как я вас и просил, чтобы 16-го была хорошая погода. Погода вроде ничего, на улице 6 градусов, как я понимаю. Но тепло, так вот народ одет достаточно тепло. Все, спасибо за внимание.